Вы смотрите новое Нижегородское телевидение в прямом эфире, интерактивный канал «День за днем». В студии Оксана Ткаченко, Илья Приходько. Здравствуйте. На календаре 29 октября, и это означает, что сегодня первый день школьных каникул. Ну а в Нижнем Новгороде проходят кинофестивали, где есть фильмы и о детях, и для детей, да и весь фестиваль с участием детей. Что же снимают для детей в нашей стране, об этом рассуждаем в прямом эфире. «День за днем». Мы начинаем. Наверняка телезрители старшего поколения наши скажут, вот раньше в советское время все делали для детей, снимали кино для детей, его было очень много, была детская киностудия, да, по-моему, даже знаешь, что и не одна, и производили в достаточном количестве то, что можно было посмотреть, скажем так, лицам, не достигшим 18 лет. Да и школьных каникул мы ждали с нетерпением, потому что понимали, что именно в эти дни по телевизору можно будет увидеть такое количество детских фильмов, ну просто как никогда. И в программке галочкой отмечали – сегодня то-то, а завтра то-то. Ну, а после, так сказать, 90-го года в нашу страну в большом количестве хлынули иностранные фильмы. Там тоже иногда снимают для детей. Но согласитесь, что сегодня вот прийти в обычный кинотеатр и найти там ленту, которая бы исключительно прям была для детей, да еще и не мультяшную, а сыгранную и снятую по-взрослому, наверное, очень трудно. Именно поэтому сегодня будем говорить о том кинофестивале, который проходит у нас в Нижнем Новгороде. С какой целью, для чего, что показывают, в чем еще можно принять участие, хотя буквально остаются последние дни этого прекрасного мероприятия. Говорим сегодня с экспертами. Кстати, Оксана, скажи, не хотела ли ты когда-нибудь сняться в кино в детском, например, в первую очередь? Хотел сказать кино для взрослых, но для детей. Не потому, знаю, не было в моем детстве таких возможностей для того, чтобы принять участие в съемках какого-то фильма. Хотя, кто хотел и ставил себе такую цель, то, наверное, добивался. Это было бы интересно. Наших телезрителей призываем звонить. Телефон прямого эфира 4-3-4-3-4-7-7. Если вы считаете, что у нас для детей достаточно делается сейчас, ну, например, снимается тех же самых кино и мультфильмов, тогда высказывайтесь. Если нет, тоже звоните, ваше мнение будет весьма кстати. Ну, а в нашей студии появляется ведущий новостей, ведущий информационных программ Петр Бушуев. Петя, приветствуем тебя. Петь, привет. Здравствуйте, уважаемые коллеги, приветствую вас. Какие фильмы ты любил смотреть, будучи еще в молочном возрасте, скажем так? Я думаю, что для многих это не секрет, и меня поддержат наши зрители. Конечно же, это «Ералаш». В детстве мы все его очень любили, и, в общем, даже сейчас я с огромным удовольствием, если есть возможность, это смотрю. Петя поэтому такой улыбчивый и с хорошим чувством юмора. Мне кажется, что Петя получилось бы сыграть это точно. Кипятков к доске, вот это вот. Пожалуйста, Бушуев, новости. Спасибо. Это время новостей на новом Нижегородском телевидении. Итак, сегодня понедельник, 29 октября. Сегодня исполняется 100 лет со дня основания комсомола. В 1924 году РКСМ было присвоено имя Ленина – Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. В марте 26-го он был переименован во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, всем известный как ВЛКСМ. Интересная цифра – в 1977 году в комсомоле состояло огромное количество советских граждан – свыше 36 миллионов человек в возрасте от 14 до 28 лет. О том, как отмечается столетие комсомола в Нижегородской области сегодня и о других событиях расскажут прямо сейчас наши корреспонденты. Сегодня отмечается 100 лет со дня основания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Накануне состоялось торжественное собрание общественности Нижегородской области во главе с Глебом Никитиным. На собрании приняли решение и о вступлении в комсомол губернатора. Глеб Никитин отметил важность передачи опыта старшего поколения сегодняшней молодежи. Надеюсь, что с вот этим празднованием мы получим дополнительный импульс от ветеранов комсомольской организации, которые будут в рамках наших молодежных объединений эти традиции внедрять, продолжать, воодушевлять ребят. Хочется верить, что спустя определенное количество времени ребята будут верить в те же светлые идеалы, которые верим мы, будут стремиться жить в нашей стране и сделать жизнь вокруг себя лучше.
Актриса театра и кино, телеведущая, одна из основателей и первых ведущих ННТВ и радио «Рандеву» Марина Ливанова умерла в воскресенье на 67-м году жизни в Москве. Марина Ливанова родилась в Горьком, закончила факультет истории и английского языка Горьковского государственного педагогического института имени Горького. После этого в 1978 году с красным дипломом закончила актерский факультет Высшего театрального училища имени Щукина. Карьера телеведущей началась в 1986 году. На канале ННТВ Марина Ливанова вела вечерний эфир по пятницам и программу о культуре «Музей друзей». Спустя 11 лет Марина Ливанова была признана лучшей ведущей России, работала в театрах, снималась в фильмах «Аляска Кит», «Принцесса на горошине», «Дуэни», «Враг народа Бухарин», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» и других. В последние десятилетия преподавала в Театральном институте имени Щукина, а также в МГУ имени Ломоносова и Высшей школе экономики, где вела авторские курсы сценической речи и этикета. Марина Ливанова ушла из жизни в результате борьбы с тяжелым заболеванием. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие, змеи сокрытый сей и празднословие, не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения. Да брат мой от меня не примет поношение и дух терпения, смирение, любви и целомудрие мне в сердце оживи. Двести 214 курсантов-новичков пополнили Нижегородский кадетский корпус имени Маргелова в Истомино. 23 и 24 октября все курсанты сдали зачеты по истории кадетских корпусов и биографии генерала армии Маргелова, изучили кодекс кадетской чести, устав вооруженных сил, строевую подготовку, привыкали к распорядку дня и военной дисциплине. Многие из них решили пойти по стопам своих отцов и старших братьев. Завершилась торжественная церемония присяги показательным выступлением кадет и традиционным исполнением песни, посвященной воздушно-десантным войскам. Я уже 7 лет сюда хотела, но у меня вот прям 7 лет, как меня папа учил, у меня развилась военная подготовка. Мне очень нравилась, ну, вообще военная подготовка. Я увидел, как брат отучился, побывал у него там в кадетском корпусе. Ну вот, и вот захотела сюда тоже. Я хотела стать защитником своей родины и научиться всякому военному делу и быть как Лузин Сергей Михайлович. В Нижнем Новгороде выбрали победителя национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018. Более 200 участников из 44 регионов страны привезли свои проекты. Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards была учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области событийного туризма. И впервые она проходит в Нижнем Новгороде. Участники из разных городов из 44 регионов России приехали сюда, в Нижний Новгород, для того, чтобы участвовать в финале. Это, безусловно, важно, потому что многие из них впервые увидели Нижний Новгород, посмотрели на него как на площадку для соответствующих событийных мероприятий. Нижегородскую область представляли 11 проектов, в числе которых Нижневолжская набережная, фестиваль «Приволжский штандарт», фестиваль скоростей «Русские крылья», «Русская Тоскания», «Альфа Фьючер Пипл» и другие. В итоге 7 призовых мест. Участники, которые заняли призовые места, будут составлять топ-200 и войдут в национальный событийный календарь на 2019 год. Это и третье, и второе, и первые места. Поэтому абсолютно в разных категориях. Но меня радует другой момент, что энергично стала принимать участие область проекта. И сейчас мы говорим о том, что победил регион в целом. Нижегородская торпеда закончила выездное турне на мажорной ноте. В Балашихе был обыгран один из лидеров восточной конференции КХЛ – омский «Авангард». После провальной игры в Китае автозаводцы вновь напомнили о себе как о грозе авторитетов. Причем в матче с «Авангардом» основные события произошли исключительно в третьем периоде. Голы Жафярова и Саболича вывели бело-синий вперед 2-0. А мячи было дело вернули интригу в матч, но гол Михаила Варнакова в пустые ворота соперников за минуту до финальной сирены поставил все точки над «и». 3-1. И торпеда закрепилась на 7-й строчке Востока. В четверг, 1 ноября, игрой против «Северстали» автозаводцы дадут старт очередной домашней серии. В последнем матче первого круга Нижний Новгород принимал на своем поле СКА «Хабаровск». Гости после длительного перелета чувствовали себя на удивление уверенно и в первом тайме нанесли 6 ударов в сторону ворот горожан. Хотя в створ, так же, как хозяева поля, армейцы попали лишь раз.
Во втором тайме у Нижнего на поле появились свежие силы в лицах Даниила Фомина, Алексея Скворцова, Анатолия Нежелева и Виктора Сергеева. А вот хабаровчане еще до замен вышли вперед. Этому поспособствовала двойная ошибка защитника Лео Гагличидзе, чем гости и воспользовались. Ближе к финальному свистку горожане попытались организовать навал на ворота дальневосточников, но результата это не принесло. 0-1. И беспроигрышная серия Нижнего Новгорода, которая продолжалась 23 сентября, закончилась вместе с первым кругом первенства ФНЛ. Тем не менее, команда Дмитрия Черышева осталась в квартете сильнейших. И прямо сейчас мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов начал свой брифинг по поводу кадровых назначений. Подробности расскажем уже скоро. А вот что еще будет сегодня происходить в Нижнем Новгороде и регионе. В 14:30 в библиотеке Центра деловой и правовой информации состоится интеллектуальная игра «Комсомол в истории страны». В 16:00 на сцене театра драмы имени Горького пройдет праздничный концерт, посвященный столетнему юбилею училища имени Евстигнеева. На вечер приглашены знаменитые выпускники. Всего за 100 лет из сети профобразования, профобразовательного учреждения вышли более 2000 деятелей искусства. В 17 часов в Музее истории Выксунского металлургического завода открываются две персональные выставки художников Выксунской арт-резиденции. В 18:30 в Нижегородском литературном музее состоится читка швейцарской пьесы «Homo Digitals» Арианы Кох. Цель проекта – знакомство с современными пьесами. Вход свободный. На этом пока все. Увидимся через час. А я с огромным удовольствием передаю слово своим коллегам. Оксана, Илья. Спасибо, Петь, большое за выпуск новостей. Возвращайся к нам, ждем тебя с нетерпением. Уже менее чем через час новая информационная сводка. А мне еще есть что добавить. Сегодня, а также 29 октября в 14:00 фильм «Бегство рогатых викингов». Это кинотеатр «Орленок», Центр культуры «Рекорд». Это фильм «Коробка». И в 16:00 открытие игровой комнаты от партнера кинофорума «Детский мир» с участием актеров театра и кино. Их много. И откуда ты все знаешь? Кто-то даже придет сегодня в нашу студию. Мы говорим сегодня о детском благотворительном фестивале кинофильмов, который так называется, детский киномай. Что это такое, что еще можно посмотреть и что сейчас в нашей стране делается, снимается для детей в первую очередь. Вот об этом сегодня мы говорим. Вопрос, как и ранее мы озвучили, к вам. Вот вы считаете, что достаточно того, что в нашей стране делается для детей или нет? Телефон прямого эфира 434-3477. А еще мы в нашей группе ВКонтакте, называется она «День за днем», разместили интерактивное голосование. И задались с Ильей очень простым вопросом. Чего же не хватает современным детям? Простым, но все-таки глобальным. Три варианта ответа. Первый. Хороших мультфильмов и кино. Ну, мы говорим о том, что сейчас интернет заполонил все, но иногда хочется, чтобы и там, в интернете, и на телевидении, и вообще во всех доступных средствах массовой информации было больше того, что снято и сделано для детей. Желательно не собрано на компьютере на каком-то, да, конечно, талант его, безусловно, с помощью анимации, но еще и сыграно вполне себе серьезными актерами взрослыми или теми же детьми, в конце концов. А может быть, интернет и телевидение, наоборот, занимает слишком много времени у детей, и им просто не хватает заботы родителей. Человеческого внимания, чтобы родители, когда приходили с работы вечером, не сидели в планшетах, не сидели в компьютере, не занимались еще параллельно рабочими делами даже после работы, а занимались своими детьми. Ну и вариант последний в нашем сегодняшнем голосовании для, знаете, профессиональных критиков государства. Вот что бы мы ни делали, что бы ни говорили, всегда в любом вопросе, в любой сфере не хватает немного государственного участия. Вот и детям, может быть, считаете вы, не хватает поддержки государства. Да любой, на самом деле, бесплатные кружки, секции по-настоящему бесплатные, а не условно бесплатные, как это бывает. Ну и так далее. Тут много вариантов может быть, вплоть до того, что детские площадки и качели тоже будут. Государство должно Все, что зависит от государства, подразумевается под этим вариантом, за который вы также можете проголосовать. А самое главное, звоните в эфир 434-34-77. Мы услышим ваши пожелания, ваши реплики, ваши предложения. Ну, а прямо сейчас мы предлагаем посмотреть видеоматериал наших коллег о том событии, о котором мы сегодня здесь и вам рассказываем. В кинотеатрах многие из этих картин не показывали, и единственная возможность посмотреть их на большом экране – прийти на фестиваль «Детский киномай». В Нижнем Новгороде высаживается «Звездный десант». Популярные актеры и режиссеры смотрят кино вместе с теми, для кого оно и создавалось, с юными зрителями. Вот эта возможность общения создателей фильма со зрителем своим, вот этот вот диалог – он, конечно, очень важен. В гости приехали актеры Сергей Плотников, Виталий Абдулов, Ирина Линд и многие другие. Творческие встречи они проведут в кинотеатрах, библиотеках, детских домах и больницах. Юные нижегородцы освоят азы актерской профессии, попробуют свои силы в написании сказок и даже сами смастерят сценическую куклу. Детям здесь интересно.
здесь всякие проходят. Можно, чтобы тебе на лице что-нибудь нарисовали. Можешь посмотреть какой-нибудь тут фильм. В некоторых фильмах там есть такое, чтобы дети могли это так же делать, как и там в фильмах. Чтобы они учились. Детский фильм должны рассказывать за добрые. Полную афишу «Киномая» можно посмотреть на сайте kino-mai.ru. Фестиваль продлится до 30 октября. Пригласительные в кассах площадок киносмотра. В программе детские фильмы самых различных жанров. Самая наша главная задача, чтобы как можно больше детей посмотрели хорошее, доброе, настоящее детское кино, которое, я сомневаюсь, что оно будет долго там на большом экране. Фестиваль благотворительный. Адресную материальную помощь на сумму 1 миллион рублей получат детские социальные учреждения. Волонтеры откроют игровые комнаты в детских санаториях региона, в Большой Ельне и Солнечной Поляне. Знаете, друзья, очень хочется подробностей. Я думаю, что прямо сейчас мы их и получим. Приглашаем к нам в гости, в нашу студию, президента благотворительного фонда помощи детям «Детский киномай» Лидию Евтушенкову. Лидия Петровна, добрый день, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо, что нашли для нас время. Мы, наверное, немного опоздали, наверное. Надо было начинать еще в пятницу рассказывать о мероприятии или нет? В пятницу присутствовал у вас наш президент, профессор ВГИКа, который кино знает очень много. И о детском тем более. Он 25 лет возглавлял и возглавляет, в принципе, такая есть киностудия «Ракурс», которая сняла где-то больше 22 детских фильмов. Часть из них попали на большой экран, часть не попали только по кинофестивалям и кинофорумам. Они катаются, просматривают их дети. Но, к сожалению, вот эта киностудия теперь снимает только документальное кино. Потому что не хватает поддержки государства? Нет поддержки, режутся хорошие сценарии, в принципе. Об этом я не такой профессионал в кино, хотя я очень люблю кино, занимаюсь. Но так как я все-таки больше занималась детьми, да, я 18 лет проработала в детском доме заочим. Как-то в школе я работала, поэтому, когда ушла на пенсию, я решила заниматься любимым делом, где я люблю кино и люблю детей. Прекрасная у вас миссия, мы вам немного завидуем, потому что вы прекрасно видите результат своей работы, и тут оценивают люди, которые, наверное, дарят вам улыбки по результату. От детей всегда заряжаешься. А дети Нижнего Новгорода, второй раз мы приезжаем, и я хочу их выделить особо. Какие-то они у вас воспитанные, во-первых, очень такие любят искусство. У нас я присутствовала на мастер-классе в Доме народного творчества. Туда пришли и воспитанники школ искусств, так как у нас был такой вокально-актерский мастер-класс. Получилась встреча, с которой дети не хотели уходить. Ее проводили заслуженный артист республики Евклид Кюрсидис и певица из Санкт-Петербурга Яна Леонтьева. Она, между прочим, ведущей была нашего открытия. Поэтому и ряд других, где не появляются актеры, дети просто, им нужно это общение. Они иногда актерам, мудрым режиссерам, они больше верят, чем нам, воспитателям, родителям. Поэтому это особенно в детских домах, это ощутимо. Такие встречи, они просто необходимы. Да. Но мы понимаем, что «Киномай» такой фестиваль путешествующий. Да. Привозной, я бы даже сказал, в каком-то смысле. Давайте посмотрим на карту. Из того, что мы нашли, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Это те города, которые здесь отмечены. Но Питер и Нижний – это не единственные города, правда? Нет, у нас Смоленск – это самое… Почему «Киномай»? Я хочу немножко объяснить. Да, кстати говоря. В октябре и «Киномай», да. Хотелось бы «Кинооктябрь», конечно. Мы собирались проводить только один фестиваль, и в мае, и весь логотип, и вся наша символика готовилась к этому в городе Смоленске, где я родилась. В этом городе мы хотели проводить один единственный кинофестиваль.
Но у нас мы пробный шар у нас был сначала в Москве, потом мы поехали в Смоленск, у нас все получилось. И когда нас неожиданно пригласили проводить фестиваль в Санкт-Петербурге, именно фестиваль, это Дмитрий Дмитриевич Месхиев, мы с радостью, в общем, согласились. Так как там была поддержка поначалу, очень такая хорошая, мощная поддержка была. Но позднее... От властей, прежде всего, правильно понимаю? Поддержка? Ну, или скорее от Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. Да, ну, власти как-то тоже посильно участвовали. Не мешали хотя бы, как это часто бывает в нашей стране. Вот. А далее нас мы съездили в Брюссель на круглый стол. Русский язык. В условиях эмиграции, значит, русская культура и язык в условиях эмиграции. И там мы выступили, привезли несколько фильмов, и нас пригласили и в Берлин, и в Люксембург, и ряд других стран. Еще немножко вы станете международным фестивалем. Ну, мы пока оставили Люксембург, потому что они многое взяли на себя. Детский международный фестиваль кино Люксембург. А в других... странах немножко взвалили на нас. А так как у нас не так много средств, и мы хотим помогать детям в первую очередь, поэтому мы от других проектов, хотя в Болгарии у нас 2 раза был проект, в Берлине, ну, в общем, как бы вот так. Вот вы встречаетесь с детьми, вы непосредственно с ними общаетесь. Какие они дети? Что они сейчас хотят? Что им интересно? Вот мы неправильно, наверное, говорим, что интернет, телевидение, все это загородило какое-то личностное общение. Вы знаете, наверное, это да. Вот в Карелии мы не только Петрозаводске проводим, но и здесь мы стараемся как бы больше объять. Но мы ездили за 200 километров в маленькие города с ночевкой, даже там ночевали у гостиницы и снова проводили что-то. И дети просто вот в этих маленьких Сегеже, Медвежьегорск, они как-то... опешенные поначалу были, как к ним приехали артисты, поют, рассказывают, с ними что-то проводят. Привезли мы там детский спектакль. То есть, и когда для них события. В больших городах, это, видимо, сложнее с этим. Да, это сложнее. Хотя Петрозаводск, я просто Карелию ставлю пока. Ростов и Карелия – это на первом месте, на третьем – Смоленск. Вот, по организационной помощи. Я материальной помощи нет, но организационная помощь там прекрасная. Теперь и как Нижний в Нижнем Новгород, обстоит дело, тогда сразу хочется спросить, вы не на втором или на третьем. Это интересная градация, потому что сейчас выяснится, кто мы все-таки, провинция, да, или город со столичными амбициями. Ну, пока мне сложно сказать, пока мы как бы очень трудно пробиваем себе здесь дорогу. Мы, когда планировали перевести фестиваль из Санкт-Петербурга, оставив только там акцию, в Нижний Новгород, нам была обещана широкая поддержка. Но потом у вас произошли ряд событий, смена руководства. Звали и, одни, а да, да, звали одни, а получилось немножко... Ну, в общем, где-то пришлось проявить настырность, потому что... много уже было задействовано, мы уже помогли детским домам и уже там начали полиграфию приглашать актеров. Назад дороги, да, не было. Да, назад дороги не было. Звонили здесь... люди, говорили, а вы точно приедете? Может быть, все-таки нет, да? Как-то так было. Да, что-то такое было. Надо было оправдывать надежды. Но все не зря, потому что обширная программа действительно у нас в Нижнем Новгороде. Например, давайте посмотрим на видеостену. В эти минуты в кинотеатре «Рекорд» сегодня 29 октября и творческая встреча Ксении Симонова. Нет, это все прошлый год. Это прошлый год? Да, это вам что-то дали перемешку. На самом деле мы, готовясь к программе, просто зашли на сайт, который есть. Да, потому что все материалы мы посылали и пресс-службу, и в Министерство культуры. И ролики мы посылали такие вот презентационные на 1 минуту. Но почему-то мы ничего не увидели. Знаете, Тамара Глоба была в этом году? Была. Тамара была. Хотя бы с Тамарой Глобой не обманули. Дети в интернете были? Были. Накануне? Ну вот, да, они были. Они, дети в интернете, да, спектакль съездил в Дзержинский детский дом 27-го, а 28-го здесь в доме актера, да, Вихрова, да, да, совпали, показывали. Отлично. Да, да, было. На самом деле, мы не знаем, почему так сложилось, но мы думали, что поскольку это кинофестиваль, то будет большое количество всевозможных видеоматериалов каких-то, да, и вот даже методом элементарного поиска в интернете почему-то мы это все не находили. Вот в чем...
проблему, как вы думаете? Я не знаю. У нас очень много материалов, и мы есть и ВКонтакте, мы есть и в Фейсбуке, и в Инстаграме. У нас есть свой замечательный сайт. Он такой у нас, как матрешечка открывается. Он называется кино-май, на конце лай, .ру. У нас все там размещается, и новости, и программы, и регламенты. Мы же проводим в преддверии кинофестиваля всегда конкурсы. Но здесь только один конкурс. Дети писали «Спешите делать добро», посвященный году волонтерства. Очень интересные работы. Мы, если вы видели, награждали детей. Вот как раз у нас есть еще один кадр, где ребенок счастливый стоит ребенок с наградой. Счастливый ребенок награжденный. Давайте посмотрим. Да. Ну, вот да. Примерно так. То есть, вот с таким золотым Оскаром. Да. Вы решили далеко не ходить, на самом деле, и взяли уже признанный символ в мире кино, имеется в виду. Ну, это, по-моему, тоже прошлый год. Давайте примем телефонный звонок. Есть вопрос от зрителя. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот ваш фестиваль благотворительный. Да. И я так поняла, что нелегко привлекать средства, и государство не всегда помогает материально. А вот актеры, готовы ли они находить время и возможность приехать и принять участие в этом фестивале? Потому что актеры тоже достаточно занятые люди, у них съемки с утра до ночи, спектакли в театрах. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Как человеку грамотно задал вопрос. Я хочу сказать, что за 10 лет нашего существования, как вообще деятельности, и 10 лет уже будет фонду в августе, мы привлекаем, имеем большую команду звездных волонтеров. И если они свободны, мы в разные города приглашаем разных актеров. Если кто-то там побывал, мы других приглашаем, чтобы не было такое, что одни и те же приезжают. У нас есть такая команда, она может насчитывать, я думаю, человек 50. Если человек свободен, вот, например, я хочу сказать, что вот Наталья Кузьмина, которая сегодня представляла фильм «Со дна вершины», где она снимается в главной роли, это ваша уроженка вашего города, вот, она приехала сегодня в 6:35, приехала. Фильм, значит, презентовала очень интересно. И сегодня вечером уедет на съемки. То есть вот даже такие. Даже в плотном графике, да. Люди находят или время. Или в Клит Кюрсидис, который тоже приехал 26-го, побывал на открытии, провел мастер-класс, съездил в школу-интернат, там вот мастер-класс провел. Ну и опять уехал на съемки 27-го. На полтора дня приехал, но он приехал. Mm-hmm. Это такие у нас звездные волонтеры. Говаривать не приходится? Они с пониманием Нет, относятся? Наших, да, которые уже испытаны временем, не приходится. Ну и новые вот актеры как-то очень хорошо отвлекаются, я ничего не могу сказать. Если они свободны, они приезжают. Вот о материальной помощи, материальной стороне дела давайте поговорим. Внимание снова на наш экран. Информация уже озвучена, давайте еще раз ее акцентируем. В рамках фестиваля будет оказана адресная материальная помощь детским социальным учреждениям. Около 1 000 000 рублей на эти цели будет. Откроются игровые комнаты сразу на двух объектах в детских санаториях. Это Большая Ельня и Солнечная Поляна. Каким образом выбирались именно эти санатории? Они какие-то заявки подавали? Подавали заявки. Но с этими мы только туда как бы совместно едем, посылаем актеров. Потому что дети ждут праздника, который долго там лечится. И вот у проект у детского мира, вот этот «Подари радость», как бы у них вот игрушки он называется по-разному. С нами они уже 5 лет с этим проектом. Но помимо того наших точек, где мы бываем, с нами они очень любят ездить, они наши партнеры. Они в других городах открывают, где есть детские миры, они тоже открывают в детских больницах, хосписах, в детских санаториях и в детских домах. Вот в Карелии мы в детском приюте открыли, а вторую в санатории комнату тоже. Ну, иногда по 2-3 открывают. Вот когда мы говорим о благотворительности и говорим с разными представителями благотворительных фондов, они очень часто сетуют, не жалуются, сетуют, говорят, ну очень тяжело сейчас заниматься благотворительностью в принципе, потому что очень много внимания со стороны государственных органов. И вот что-то сделать так просто нельзя. Постоянные проверки, значит, там до каждой буквы, до каждой запятой очень часто пристальное внимание. Вот у вас такая же история в плане организации детского киномая? Как вам сказать? Да нет, у нас же нет, как сказать, государственных денег. У нас только спонсорские, но отчет у нас очень строгий. Сейчас вот такое новшество ввели, что помимо всех планирования каждого проекта, мы
уже более детально за месяц представляем проект этот уже с расписанием таким, кому мы помогаем, сколько выделяем, какой ННН вот этого, какая у нас ведет компания там открытие их ННН. То есть мы все должны указать. Чтобы деньги мимо не ушли. Хочешь быть благотворителем, будь бухгалтером еще. И запасайся терпением. Мы сейчас тоже посчитаем немного денег, прервемся на рекламную паузу, а потом возвращаемся в студию и встречаем в гостях у нас в студии прекрасную актрису, которая также своим вниманием почтила и посетила детский киномай. Снова прямой эфир, мы возвращаемся, говорим сегодня о детском благотворительном кинофестивале «Киномай», который в Нижнем Новгороде в эти погожие октябрьские деньки проходит. Делаем это вместе с нашими гостями в студии. Совсем скоро появится еще одна героиня в нашей студии. Давайте только посмотрим вместе трейлер фильма, о котором мы будем говорить и который сегодня также был представлен на этом кинофестивале. Если выиграю, поеду на чемпионат страны. А я выиграю, вот увидишь. Мы сделали две операции, ситуация сложная. Сила желания, она как этот взрыв может город двигать? Хочешь сказать, я все еще могу? А разве у моего сына есть другой вариант? Вот откуда твои ноги растут? Ты что думал? Тебе все на блюдечке дадут. Ты мужик, дерись! Я люблю тебя, Алексей Царев. То, что ты здесь стоишь, это уже победа. Русские не сдаются. Вот, мне кажется, сейчас этого человека стоит позвать в нашу студию только для того, чтобы фраза, которая прозвучала в трейлере, и еще раз прозвучала здесь, в нашу студию. Мы приглашаем в студию российскую актрису театра и кино Наталью Бергер. Наталья, проходите, присаживайтесь. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что уделили нам время. Спасибо вам. Вот как раз вопрос прозвучал и от телезрительницы в какой-то степени. Как удается людям, занятым по своей профессии? Мы знаем, что вы много времени проводите и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Нижний Новгород заглядываете. На Горький фест, да, по-моему, Наталья? Последний раз, да. Были? Редко, да. Бываю, но находите время для того, чтобы посещать вот подобные благотворительные мероприятия. Как умудряетесь? Иногда появляется свободное время, к сожалению, его не так много, как хотелось бы, но я получаю от этого удовольствие, от этого процесса, когда тебе в короткие сроки ты можешь успевать быть в одной стране, сейчас мир позволяет существовать в таком режиме, ты можешь работать за океаном, потом приезжать, работать, заниматься любимой профессией в Москве, потом приезжать в родной город и показывать любимым зрителям фильм, который был снят, вот мою дебютную работу, в частности, и всей нашей команды, для нашего продюсерского коллектива это тоже была дебютная работа. Но можно было бы в это время поспать, ведь вот киномай... Я бы выбрал поспать, кстати. Коммерческой выгоды никакой вам не приносит. Да, я поспать тоже люблю, но... Больше я люблю все-таки свою профессию, чем поспать, поэтому и когда в жизни что-то происходит, когда события в жизни складываются так, что тебя куда-то приглашают или появляется какая-то возможность, мне кажется, лучше этой возможностью всегда воспользоваться, нежели чем поспать, потому что жизнь коротка, и, может быть, там что-нибудь такое интересное произойдет. Если с «Горький фест» еще понятно, там Пореченков, трудно отказать человеку там в такой комплексе, когда приглашают куда-то. А детский киномай, вот все-таки это более благотворительное мероприятие. Вам зачем оно вообще? Благотворительное мероприятие для детей, да. Меня пригласила Лидия Петровна, чему я очень рада и очень благодарна, что обратили внимание, опять же, на нашу картину. Потому что мне кажется, что детям это будет интересно. Это история ребят 17-летних, которые заканчивают школу. И мне кажется, что как раз, как это связано с благотворительным кинофестивалем, мне кажется, что эту картину будет полезно посмотреть детям,
которые испытывают некие жизненные трудности. Да и вообще, людям, которые имеют, а все люди имеют определенные жизненные трудности, эту картину посмотреть очень важно, мне это кажется. Нам с тобой тоже надо посмотреть. Какие чувства должен испытать зритель? Сопереживание? Я считаю, что основную идею продюсерскому коллективу, как вы видите, у нас три режиссера у картины, что, так сказать, необычно для полнометражного кино. Обычно все-таки один режиссер, но у нас работа получилась такая коллективная. Две съемочных группы были во время... То есть съемки шли 5 лет. Угу. За это время снимала две съемочных группы картину. А не получилось так, как в письме дяди Федора, ваш дядя Фарик? То есть начинал там один с одной идеей, а заканчивал уже там, третий человек. Отчасти. То есть, ну, я думаю, что зритель все-таки пусть оценит этот фильм так, как он его оценит. Это очень субъективно. Но для меня самое важное, что он вышел и что он донес, на мой взгляд, основную идею, что не сдаваться, да. И мне кажется, что для детей, которые действительно находятся в детских домах, этот фильм будет хорошей мотивацией. И почему для меня интересно? Мне интересна эта тема. И если бы когда-нибудь мне пришлось бы, вдруг когда-нибудь я стану известной актрисой. Потому что в камеру сейчас посмотреть, просто зарядить ее. Да, я с удовольствием бы, если бы у меня была возможность, занималась благотворительностью. Но вот мне интересно, поэтому люди, которые этим занимаются, поменьше бы я об этом говорила, просто бы занималась бы и все. Если была бы такая возможность, я бы... Я думаю, что она у вас наверняка возникнет, потому что вот тот заряд, импульс энергии, который мы посылаем в небо, оно наверняка возвращается и это с хорошим уже утверждением. Лидия Петровна, а как вы отбираете те фильмы, которые участвуют в кинофестивале? Ведь многие наверняка хотят попасть. Ну, сказать, что большое количество фильмов у нас для детей и юношества, нет такого, не да? могу сказать. То есть приходится, наоборот, еще поискать? Поискать, да. Наш исполнительный директор, она у нас девушка креативная, ищет, звонит, спрашиваем всех наших друзей, какие есть фильмы, ну вот, список, телефоны. Начинаем звонить, вообще этой компании не существует. А фильм сняли вроде... фильм и да, уехали. Вот. Да, сняли фильм при поддержке фонда кино. Это как-то очень подозрительно, вот это, конечно. Ну, вот такое бывает. Вот. Но так как нам все-таки не много фильмов для фестиваля нужно, в связи с тем, что не всегда предоставляют большое количество сеансов, то мы эти 9-10 фильмов все-таки находим. Хотя вот один фильм нам пришлось заменить срочно, потому что они отозвали свою заявку, сказали, мы сначала прокатаем там, а потом дадим вам. Угу. Примерный такое показ. Бывает. Поэтому нам пришлось не самый удачный фильм поставить быстренько, потому что все, сроки поджимали. Ну, это, наверное, с точки зрения вас, как организаторов. Неудачных фильмов не бывает. Решать, да? Но у меня есть с этим вопрос. Фильм «Со дна вершины», трейлер которого мы могли видеть несколько мгновений назад. Там в углу значок 12+. Насколько можно вообще считать этот фильм, ну, юношеским хотя бы, я не знаю, ну, детским-то уже никак, да, 12+, но тем не менее. Он... Можно его назвать таким или нет? Или это условные рамки 12+? Ну, будем говорить, что мы все-таки пишем в своих заявках, что кинофестиваль детских и юношеских фильмов. Mm-hmm. Раньше и студия Горького так называлась, а сейчас они это потихонечку убрали название. Mm-hmm. Оставили только студия Горького. Почему получается так, что в нашей стране, где уже есть всевозможные коммерческие, маркетологические механизмы, воспринятые из Запада, в том числе, я говорю сейчас про кинематограф, ну нет этой ниши детского кино, юношеского. Оно невыгодно, никто это не смотрит. Мне кажется, чего... Наталья может помочь решить нам эту дилемму. Тем более есть опыт за океанской. Да, сравнительный анализ сделайте, вот как там за океаном и как у нас здесь. Угу. Дело в том, что вы говорите о детских фильмах, которых стало сниматься меньше в наше время. Но вот насколько я осведомлена там, в каких-то вопросах, что снимается сейчас, например, снимается, я знаю, сказка, в ней принимает участие Олег Ефремов, Михаил Ефремов, прошу прощения, угу. Олег Тактаров, я имела в виду. Просто вот мы там еще делаем... Теплое имя для каждого нижегородца, для сердца. Да, документальный фильм об этом человеке, и поэтому как бы мы имеем представление, что сейчас снимаются сказки для детей, я об этом осведомлена, я знаю. Сказки — это одно. Но действительно фильмов для детей
каких-то таких настоящих стало меньше. Вы извините, что я все время про свой фильм говорю, но я действительно так считаю, что наш фильм «Со дна вершины», несмотря на все нюансы, может быть, какие-то недочеты, естественно, это не глобальная картина, которая как бы находится под покровительством огромной продюсерской компании с огромной машиной рекламы, которая это все пропагандирует. По всем каналам там, да? Да, это молодой продакшн, который старается своими силами и своими возможностями очень благородную идею донести. Может быть, это получается не совсем, знаете, как-то качественно или в том... Слушайте, может, иногда кажется, чтобы фильм продвинуть, надо кого-то оскорбить обязательно в этом фильме, потому что тогда люди начинают... Чтобы был скандал, да? Я просто хочу сказать, что вот наш фильм, он принимал участие также еще в молодежном международном кинофестивале в Сочи, который проходил. Ребята молодые и разных возрастов со всего мира съезжались и смотрели нашу картину, аплодировали стоя. Ребята с ограниченными возможностями. И этот фильм, надо сказать, очень зашел людям, которые вот, имеют эту проблему ограниченных возможностей. На нас на премьере в кинотеатре «Октябрь» в Москве она проходила. Было очень много таких людей. Это удивительные люди. Нам пришлось с ними пообщаться. Они реально удивительные. Такие же люди приходили к нам в студию, и мы учились у них по-другому воспринимать мир. Не с нашими какими-то мелкими обидами и недовольствами, а как они живут уже совсем в другом статусе. Давайте у наших телезрителей еще поучимся мир воспринимать. Звонок есть, подсказывает. Добрый день, мы слушаем вас. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, мы слушаем вас. Мы посмотрели фильм вот ваш, а сейчас сидим, обсуждаем. А скажите, пожалуйста, а в каких фильмах вас еще можно посмотреть, увидеть? Хороший вопрос, спасибо, Наталья. Спасибо. Давайте большое. Доставьте весь список, начинайте направо и налево. Ваше портфолио. Спасибо большое за вопрос. У меня 6 работ сейчас находятся, так сказать, в производстве, и 4 премьеры я ожидаю в ближайшем будущем. Это исторический проект «Солнечный круг». Я сыграла там воздушную гимнастку, главную роль. В главных ролях также Петр Рыков, молодой артист, и Александр Лазарев, младший, мои партнеры, тоже в главных ролях в этой картине вместе со мной. Также полнометражный художественный фильм Дмитрия Астрахана «Игра», это у меня там главная роль. Мои партнеры там Павел Воля, Васильев и многие другие. Помимо этого уже вышел проект «Крылья Пегаса». Это проект 4-серийный для канала «Россия», очень наивный, «История Золушки». Но посмотрите его, мне кажется, вы получите удовольствие. Он такой легкий, непринужденный фильм. Вот. В связи с этим, на самом деле, есть вопрос, потому что есть опыт у вас и полного метра, да, о чем мы говорим, есть даже музыкальные клипы. Да? Мы посмотрели вашу биографию, все нормально, полный комплект. Есть сериалы. Просто есть актеры, которые себя ограничивают и говорят, что сериалы — это не вот есть высокое киноискусство. Вот полный метр. Я не буду в этом сниматься. Да. Это зависит от того, какой продакшн, опять же, снимает сериал, и от многих факторов. Например, вот сейчас я как я прилетела из Штатов, я поработала на 3 проектах, у меня сейчас тоже они ожидаются. Уже в следующем месяце проект «Любовь по найму» — это очень такая современная, прогрессивная картина. И снято судя по названию, очень даже. Не боитесь, что настолько прогрессивно, что до экранов не дойдет? Да, «Скрытые мотивы» — это детективная история, историческая. Там Дмитрий Астрахан сыграл режиссера, а я актрису, несмотря на то, что мы были в таких ролях как бы в реальной жизни, там мы уже на площадке побыли. Я быстро скажу. И пожалуйста. И вот я просто хотела сказать, в чем разница. То, что вот сейчас вот мы с Константином Белошапкой из фильма «Со дна вершины» нас взяли также в главных ролях. Проект называется «Тонкие материи», это 60-е годы. Некие пересечения с сериалом «Оттепель» есть там, но это художественный фильм, 8-серийный. И продакшн — это «Космос-студия» Акопова такая есть. И у них потрясающий продакшн, все очень здорово организовано, шикарные костюмы, и ты получаешь удовольствие огромное принимать участие в таких проектах. То есть сериалы зависят от того, кто их снимает, кто сценарист. И от многих-многих разных факторов. Много факторов, да. Мы с вами дискутируем еще и по поводу того, есть ли у нас детское кино, да, в России. Наталья вот защищает, говорит, ну хотя бы сказки снимаются. Лидия Петровна сокрушенно качает головой, что это всего лишь сказки, а детского кино нет. А мы у нижегородцев спросили, есть ли детское кино, замечают ли они его, хватает ли детям того фильма, который им необходим, разные жанры. Ответы слушаем.
Я считаю то, что недостаточно сейчас детских фильмов, потому что сейчас и мультиков мало выпускают. Если выпускают, то в плохом качестве, или и которые, ну, нацелены только на пропаганду, ну, вот, церкви там. Детям это неинтересно, детям что-то нужно яркое, то, что быстро передвигается, но главное со смыслом. И сейчас мало специалистов по этой теме, мало детских психологов, поэтому я думаю, сейчас недостаточно. Этих фильмов, там даже мультиков сейчас мало стало. Мы сами с удовольствием смотрели вот именно доброго детского кино. Сейчас я это не вижу. Я вижу мультики, чужие фактически все. Детских фильмов я вот так, если и не знаю каких, не знаю. Потому что дети их не смотрят в основном. Детям тоже не нравится. Сейчас со мной снимают только это для взрослых фильмы, то есть там детективы, там, которые детям не интересно. И лучше бы сделать, как сказать, для детей, чтобы им было интересно смотреть. И так потом они взрослеют с этими мультиками, как были советские мультики. И фильмы тоже советские, как, например, «Капитанская дочка». Мне кажется, засилие... как я иногда выражаюсь, американщины, что вот все эти шоу, все эти крики, все эти стрелялки, это, наверное, не очень хорошо действует на детскую психику, мне так кажется. Кино должно быть обязательно добрым, во-первых. Вот оно должно быть современным, безусловно. Не знаю, наверное, к чему-то хорошему призывать. Российского детского кино... Мне кажется, нет. А жестокости много показывают. Чтобы они были, как, я не знаю, как, например, дети играли в какие-нибудь игры разные. Золушка, Белль, вот такие вот. Волшебные. Правильные. И добрые. И добрые, да. Короче, что мы, любые, видимо, слышим, не хватает детского кино, и мы не одиноки в этом мнении, нижегородцы нас поддерживают. Но, Лидия Петровна, вы же привезли много фильмов, которые вы показываете. Вот хотя бы несколько названий фильмов, которые достойны внимания сейчас в дни школьных каникул. Ну, уже как бы к закату идет наш фестиваль, будем так говорить. Но фильмы мы привезли действительно достойные, которые можно посмотреть. И, к сожалению, посмотреть только на кинофорумах, на кинофестивалях. Фильмы, они есть, но они нет на большом экране, они не могут пробиться. Вот продюсер, например, который фильм сейчас пойдет, «Рогатых викингов», он проводит такую работу сам, он и режиссер, и продюсер Илья Бевостоцкий. Он во всех сетях, он рекламирует этот фильм, он ездит куда только не позовут, не только в Германии, там он получил приз зрителей, но и куда только не позовут, в любой маленький городок, он ездит с этим фильмом. Только так, частные пионерские, 1 и 2. Я вообще считаю, что это одни из лучших фильмов последнего десятилетия для детей. «Мы с дедушкой», «Буду помнить», про Петра и Павла. Вот фильм такой нишу нашел свою, например, как «В небо за мечтой». Это вот для детей 7-10 лет. Вот фильмов таких вот для такого возраста, да, есть анимация, есть сказки, есть мультфильмы. А вот фильмов, где живые дети со своими проблемами, их очень мало. Может быть, просто продюсеры считают, что у детей нет проблем? Ну, не знаю. Есть хорошие сценарии, даже вот и мне присылали, говорю, но я этим не владею, чтобы куда-то пробивать сценарий. Хотя за частное пионерское нам пришлось повоевать, чтобы второе продолжение было. То есть, может, вам в режиссеры, в продюсеры пойти? Вот это ваше, нам кажется. Вы сможете, да. Наталья, есть от телезрителей вопросы к вам. Марина, например, спрашивает, у кого из известных режиссеров вы хотели бы сняться? Я бы хотела сняться у Валерия Петровича Тодоровского. Здравствуйте, Валерий Петрович. Если вы когда-нибудь посмотрите этот эфир. Нет, на самом деле я была у Валерия Петровича на пробах, еще будучи 17-летней девочкой, когда еще не поступила в Щукинский институт до поступления, я приезжала на пробы проекта «Большой». Но тогда я еще была с такими щечками, маленькая. Вот. Мне очень понравились пробы. Есть действительно достойные режиссеры у нас в стране, они есть. И это колоссальная разница. Так здорово работать с хорошим режиссером. С профессионалами, конечно. Ну и, конечно же, мне бы хотелось поработать у Люка Бессона.
Hi. Джеймс Кэмерон, давайте, да, все через запятую. И я вот хотела сказать, я абсолютно согласна с Лидией Петровной в том плане, что фильмы, которые могли бы быть увидены, они не увидены по ряду причин. Ну, то есть они есть. У нас есть хорошие режиссеры, у нас есть хорошее кино, которое выходит, и его просто не могут увидеть. Например, я вот работала тоже в картине «Один день». Это однокадровый фильм. То есть когда весь фильм снимается одним кадром, одной без склеек. То есть он идет как спектакль, его репетируют. Плавно переходящий. Да? Практически как наша программа. Я бы сказал, да, то есть и ты это не ожидаешь, что там может произойти. И, в общем, молодой режиссер из Армении, у него потрясающий сценарий, идеи и все остальное. Он испытал колоссальные трудности, огромные финансовые потери и очень много переживаний в связи с тем, чтобы хотя бы вот этот фильм, как-то его начать снимать, воплотить. То есть я к тому, что очень много действительно, я вполне допускаю, и детского кино, которое могло бы быть на широком экране, но по какой-то причине вот у нас делают ставку на патриотические фильмы, на фильмы, которые выходят на всю страну, какие мы крутые, там, ну, на них складываются огромные деньги. И артхаузные. Там, например. То есть движение вверх в этом плане вам не очень нравится, ну, получается? Как? Почему? Это почему? Нельзя. Нет. Ну, потому что она очень попадает под описание. Нет, просто этого очень много. А кто должен поддерживать? Государство или коммерческие структуры, богатые коммерческие структуры, которых у нас тоже очень много? Я вот, понимаете, я же не супер тоже профессионал, еще пока начинаю свой путь. Но то, что я заметила, что вот какие-то фильмы, как блокбастер, вот с Чаповской как, вот, выходил, или там какие-то фильмы, которые отличаются от вот стереотипов, которые выходят наше вот кино, вот наше кино, вот они созданы людьми, которые как-то вот объединяются, как вот это называется, компании или что-то, кто-то как-то вместе и создает какой-то творческий продукт, результат. То есть кто-то пишет, знакомый сценарист написал сценарий, там муж-продюсер дал деньги. Ну, это я замечаю. Я человек как бы абсолютно еще пока... Ну, вам виднее вся эта кухня, на самом деле. Ну, таких это очень мало. Уважаемое Министерство культуры, хватит нам защитников, Горько и Елок. Патриотизма в нас достаточно. Давайте обратим внимание на детей. Им действительно не хватает нужно. Хороших фильмов. А мы давайте с вами от серьезной темы немного отвлечемся и почувствуем себя детьми. Мы приготовили вам несколько видеоотрывков. Это фильмы, которые в интернете пользователи всевозможных кинофорумов признают как действительно детское кино, которое стоит... Лучшее детское кино. Ну, лучшее, в общем, да, то, что можно прийти и посмотреть. Это разного происхождения кино, разного и времени. И отечественные, да. Ваша задача по тем кадрам, которые мы покажем, несколько секунд попытаться угадать, что это за фильм. Готовы? Участвовать в такой... Ой, ребята. Да. Давайте стартуем тогда. С первого же фильма и с первых эпизодов. Простите, где тут холл? По коридору и налево. Спасибо. Досрочный ответ. Действительно, это «Один дома». Наверное, обратили внимание, почему эти кадры сейчас в интернете очень популярны. Наверняка догадываетесь, да? Господин Трамп присутствовал, да. Потому что... Молодой, горячий будущий президент Соединенных Штатов. Хорошо, «Один дома» угадали. Следующая переходим загадка. К следующему эпизоду. Гарри Поттер. Ура! Мы думали, как-то быстрее сразу будет ответ. Действительно, Гарри Поттер и... Драматическая пауза была выдержана. Я со счета сбился, сколько там фильмов про Гарри Поттера. Неважно, много и книг, и фильмов. Хорошо. Давайте переходим к следующему эпизоду. Сложнее будет, наверное. Нам бы российское больше показать. Так. Веселое кино... Может быть, вам кажется, что зеленый автомобиль, уезжающий вдаль, нет? Это российское. Ну, значит, это фильм. И на песне мы специально остановились именно вот на этом моменте, да. Потому что дальше очень понятно. Дальше появилась героиня, она играла. Мэри Поппинс. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Именно так. Мэри Поппинс. Ну что, переходим к следующему эпизоду. Давайте посмотрим. Тоже очень-очень отечественное. Родное, близкое. Эй, что? Что случилось? Как? Вы не знаете? Каникулы начались! Классика, в общем-то, советского детского кино, как вы поняли. Как вы думаете, какие есть варианты, Лидия Петровна? Давайте. Вы просили российского, советского, нет, мы вам принесли. Электрон. Абсолютно верно. Все правильно. Не успела Лидия Петровна даже попытаться пофантазировать, что это могло быть. Уже есть досрочный. Ну вот и отечественное кино мы также задействовали. Давайте напоследок посмотрим еще один эпизод. Это сложно, кстати.
Наверное, я будет думала, сложно. Мы выбрали непростой. Я не цирюльник, я просто навожу порядок. Это мне и надо. Прибери сзади и по бокам, сверху оставь. Да, но... Никаких «но», давай-ка, поживее. Как скажете, сэр. Я не смотрела, это Паддингтон, да? Паддингтон, абсолютно да, верно. Все верно. Приключения Паддингтона. Вы не смотрели еще этот фильм? Я просто не видела. Мы только кадры нашли из него, а мы не смотрели. Ну что ж, мы... Да, Лидия Петровна, что-то хотели добавить? Ну, я хотела добавить, что мы одно время, когда было совсем мало фильмов, мы искали фильмы зарубежные, но такие более... как бы для детей, чтобы какая-то нравственная основа была. Угу. Мы показывали «Маленький Николя», «Хористы», вот такие фильмы, «Дорога домой», немецкий фильм для детей. Вот эти фильмы, которые вы показали кадры, они их видят постоянно. Угу. И «Гарри Поттер», и наша задача немножко другая. А потом мы стали больше все-таки знакомить с российским новым кино. Хотя первые годы мы много показывали, но брали Фреза, все фильмы практически мы показали, тем более его родина Смоленске, вот, город Рославль, показывали и Кашеверову. У нас такая больше просветительская в этом плане Диана, задача получается. Динара Асанову все фильмы показали. То есть вот мы старались вот так. А потом уже появилось новое российское кино и стали искать там. Вот у нас приехал замечательный режиссер Константин Адегов, который заложил, извините, свою квартиру, чтобы снять фильм «Рисунки дождем». И он очень трогательный, интересный фильм. И мы его фильм показывали «Наследники в Петербурге». И вот хотя бы для того, чтобы услышать эти имена, эти истории, эти картины, нужно идти на детский кино. На подобные фестивали. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Успехов, удачи вам. А мы подводим итоги нашего интерактивного голосования. Чего не хватает современным детям? Знаете, очень любопытный результат. У нас есть два варианта с одинаковым количеством голосов по 14%. Ну, это вот вечно ворчащие, которые считают, что поддержки государства не хватает. Да? И хороших мультфильмов и кино. Но вариант «Лидер» 71%. Считает, что забота родителей. Ну, в каком-то смысле это действительно так, потому что если уж родители по-настоящему заботятся о своем ребенке, то и хорошее кино, и хорошие мультфильмы они покажут, но если сами не покажут, то знают, куда отвезти свое чадо. И обеспечат поддержку без поддержки государства. Петр Бушуев возвращается в нашу студию. Петр, что изменилось за минувший час? Актуальная информационная картина. И снова здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые гости. Переходим вновь к новостям на новом Нижегородском телевидении. Минздрав России поддержал заявки Нижегородской области в нацпроекте здравоохранения. Вопросы по повышению доступности медпомощи в регионах обсудили на совете при полномочном представителе президента при Приволжском федеральном округе Игоре Комарове. В рабочей встрече, которая состоялась в Чувашской республике, приняли участие первый заместитель министра здравоохранения страны Татьяна Яковлева, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и главы других регионов округа. Глава региона отметил, что в настоящий момент ведется активная работа по доступности медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах. Для этого в регионе продолжится программа по строительству фельдшерско-акушерских пунктов. Уже в этом году на территории Нижегородской области будет построено 5 новых и 7 в следующем. Также параллельно ведется работа по закупке передвижных медицинских комплексов, отметил глава региона. Для того, чтобы выполнить те задачи, которые перед нами поставлены к 2024 году, нам надо развиваться опережающими темпами. Работая над бюджетом, мы наконец-то устранили эту претензию, которая была в наш адрес со стороны, в том числе и Министерства здравоохранения в прошлые годы. У нас был большой накопленный объем недофинансирования территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи за несколько лет, там около 5 миллиардов, по сути, в накопленном итоге. В 2019 году мы выйдем на бездефицитную программу оказания соответствующих государственных гарантий.
И к новостям спорта. Нижегородская «Торпедо» закончила выездное турне на мажорной ноте. В Лашихе был обыгран один из лидеров Восточной конференции КХЛ – омский «Авангард». После провальной игры в Китае автозаводцы вновь напомнили о себе как о грозе авторитетов. Причем в матче с «Авангардом» основные события произошли исключительно в третьем периоде. Голы Жафярова и Соболича вывели бело-синих вперед – 2-0. А мячи было дело вернули интригу в матч, но гол Михаила Варнакова в пустые ворота соперников за минуту до финальной сирены поставил точки над «и». 3-1. И «Торпедо» закрепилась на 7-й строчке Востока. В четверг, 1 ноября, игрой против «Северсталь» автозаводцы дадут старт очередной домашней серии. На этом пока все. Развитие событий в 17:30. Наши новости можете найти на сайте nntv.tv, смотрите нас и в кабельных сетях и оставайтесь на новом нижегородском телевидении.